круглосуточный травматологический пункт поликлиники Бутово-Парк обращаются пациенты с различными переломами крупных и мелких суставов. Но кроме оказания первой медицинской помощи, проводятся консультации для больных с поражениями, протекающими в острой форме. Во всем организме, который где-то какой-то, оно как бы генерализованный процесс и собирается в одном месте, как в колене, как скрытая инфекция, потому что она инкапсулированная, каждый сустав. Оттуда может не пойти дальше, туда может вникнуть, то есть внутри. А снаружи тоже самый доступ, может инфекция попасть туда, но при этом она может быть локальная на уровне одного сустава. Воспалительное заболевание суставов, артрит, может протекать как в острой стадии, так и постепенно переходить в хроническую форму. Чаще всего этому подвержены женщины старше 45 лет, но симптомы могут возникнуть даже у детей. Часто затрагивают тех людей, которые работают, которые часто на ногах, те, которые часто двигаются, у кого образ жизни связан с физическим трудом, чья профессия – часть, которая составляет нагрузку физическую. Эти люди часто являются нашим пациентом. Никита Ховрачев 6 лет назад в результате ДТП получил многофрагментарный перелом бедренной кости. Долго лечился аппаратом Елизарова. Но посттравматическое укорочение конечности на 8 сантиметров вносит капитальные ограничения в повседневную жизнь. Несоразмерность ведет не только к деформации осанки, но и ряду других заболеваний. Получил травму, спускался по лестнице. У меня деформация ноги, короче, другой, при травме получил 6 лет назад. Сейчас будем лечить это все, исполнение врача. Врач уже что-то порекомендовал? Да, сейчас будем делать рентген, проходить полное обследование. Одной из причин посттравматического артрита могут быть и травмы, полученные в результате ДТП. Но правильно подобранная терапия позволит пациенту вести полноценную жизнь с минимальными ограничениями. Поэтому неприятные ощущения в суставах игнорировать не стоит. На ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.